Всем привет, меня зовут Даша, и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. Моя семья состоит из 3 человек. Это я, мой муж и ребенок дошкольного возраста. А еще у нас есть кошка. Сегодня будем распределять деньги по конвертам. Но сначала финансовая игра квест. В выполнении этого задания мне помог мой ребенок. Вместе с ним мы сделали игровой планшет из обычного картона и крышечек от детского питания «Фрутоняня». Вот такое игровое поле у нас получилось. Здесь есть светофор, машинки. Этот игровой планшет, сделанный своими руками, удалось продать за 200 рублей. И таким образом получилось сделать своими руками что-то и продать на Авито. А полученные деньги я направляю на распределение. Итак, давайте теперь возьмем второй конвертик и посмотрим на второе мое задание. Так, что мне выбрать? Вот этот конверт. Он прям мне очень-очень симпатичен. Где мой ножик? Готово. И сейчас я его буду открывать. И узнаю, какое же следующее задание у меня будет на ближайшие 2 недели. Так, что же мне досталось в этот раз? Открываю мой конвертик. Ого, как интересно. Придумать источник дополнительного дохода. Замечательное задание. Замечательное. Дополнительный источник дохода. То, что нужно. Дополнительные источники дохода всегда приводят к улучшению финансового положения. Все, следующее задание взято в разработку. А сейчас приступим к распределению. Сегодня на распределение 29 700 рублей. 9600 идут наличными и 20 100 рублей. Те деньги, которые располагаются на картах. Вот это у меня на картах. Я их размещу на подставке одной стопкой. Так, отправляются они у меня вот сюда. А вот это громоздкая стопка. Это те деньги, которые наличные. Сейчас я их также размещу на подставке. Сегодня очень много полтинников. Вот они, банкноты по 50 рублей. Сейчас они все отправятся на мою подставку. Так, это подвинем сюда. Банкноты по 100 рублей. Сегодня у меня очень много размена. Но вот так вот получилось. Вот столько. Вот такими банкнотами мне сегодня выдал деньги банкомат. Красавица. 200-рублевые банкноты. Мои любимицы. Так, одна к одной. Отлично. Вот сюда вот у вас двигайтесь банкноты. Так. И остались банкноты по 500 рублей. И банкноты номиналом 1000 рублей. Это у меня идут по 500 рублей, а это 2000 банкноты. Сегодня очень много мелочевки. Начнем с ежемесячных накоплений. У меня в конверте на коммунальные услуги остались даже деньги. Осталось 1400, потому что отопление уже отключили и сумма платежа значительно уменьшилась. У меня тут был остаток 1400, я хочу добавить 3300. И на балансе у меня будет 3700. Вот хорошо, люблю, когда нет отопления, то, что можно меньше платить. Интернет-мобильная связь подписки. Здесь у меня 0, все счета были оплачены. И сюда я хочу добавить 850. Так, давайте я сразу внесу денежные банкноты конвертом. Так, 3300 и 850. Эти деньги у меня отмечены желтым, они лежат на карте. Так, 3300 это будет у меня на коммунальные услуги. Так, 1, 2, 3, готово. Вот эту банкноту, и мне еще нужна банкнота 100 рублей. И на оплату интернета, мобильного телефона 500, 700, 800, и нужен один полтинник. Вот так вот, готово. И сейчас они отправятся, каждый в свой конвертик. Так, это у меня 850, мобильные телефоны и интернет. Это идут ежемесячные накопления. Так, так вот, первые у меня коммунальные. Сюда вот я добавляю. Но лето будет, обещают его жарким. Я думаю, что здесь придется чуть побольше. Сейчас как бы нет такой сильной жары, но уже скоро начнется.
И будет и 35 градусов, нам обещают. То есть без кондиционера никак. А если работает кондиционер, то это значит увеличение счетов за оплату электроэнергии. И плюс у меня муж сейчас, возможно, будет больше времени работать из дома. То есть будет работать техника. И техника работает, значит, повышается потребление электроэнергии. Счета тоже будут увеличиваться. Вот мой объединенный конвертик. Так намного лучше. То есть количество конвертов нужно, чтобы было поменьше. Но при этом, чтобы было все понятно и была четкая структура. Вот такая вот. Вот такой вот ребус. Чтобы все работало и при этом не было много конвертов. А садик кружки у меня тут осталось 1000, потому что летом на кружок мы уже не ходим, а осталась только оплата садика. И вот выходит 4000. Но так, я хотела добавлять не... Да и не 4000, я сюда добавляю 3000. Вот, 3000 рублей. И на балансе у меня будет 4. То есть все уже в июне нужно будет не по 5000, чтобы накапливалось в этом конверте, а по 4000. То есть у меня была 1000. Я добавляю 3000, на балансе будет 4. Продукты 0. Даже пришлось сюда немножко добавлять опять из моего любимого конверта выручайка. Пришлось добавлять на продукты. Не хватало 9000, поэтому на этом распределении я хочу внести 10000. С чем вот связано увеличение трат на питание? Так как долг мы весь выплатили, поэтому можно больше суммы распределять. И на продукты я уже давно хотела ввести на постоянной основе в рацион некоторые продукты. Такие как семена чио. До этого семена льна у нас только были. Но я хочу вот еще семена чио. Они стоят дороже, но они безумно полезные и вкусные. И также я еще добавляю теперь корень сельдерея. Ну, тоже из-за его полезных и очень хороших свойств. Поэтому на питание я буду закладывать большие суммы. Давно хотела вводить больше полезных продуктов. Поэтому здесь цифра будет больше. А от питания зависит наше здоровье, то есть на питании, на полезных продуктах экономить не стоит. Так, продукты добавляю 10000, кружок садики добавляю 3000. Так, 1, 2, да, 3 банкноты номиналом по 1000 рублей. Это на оплату детского садика. Так, сюда. Продукты. Было, наименование было другое, у меня было написано «еда», но мне показалось, что продукты как-то больше и взор радуют, и слово более приятно звучит. «Еда» — это, наверное, уже то, что приготовленное. Кошка. Остаток 0 рублей. Покупала ей корм и также еще ходила на... Планово делали ей после операции рентген, смотрели, как там состояние внутренних органов, нету ли каких-то образований. И вот рентген стоил 650 рублей, и плюс я покупал ей еще упаковку корма, поэтому у меня здесь ноль. Рентген показал, что операция прошла хорошо, никаких новых образований нету. Теперь просто поставили ее на учет к врачу, ветеринар-онкологу, и нужно будет раз в полгода приходить, показываться, сдавать анализы. А так просто замечательно прогнозируют долгий счастливые годы жизни. Хочу добавить сюда 600 рублей, это вот ей как раз будет, хватит на корм. На корм и плюс мне еще нужно ей покупать кошачий наполнитель. Поэтому 600 рублей. Вот на 2 недели вполне хватит. Может даже и останется. Так, моя кошка. 600 рублей. И вот тоже радует, то, что медицина именно и в области даже животных не стоит на месте. Потому что раньше ничего бы не сделали, сказали бы все, заводите другого питомца, последний год жизни. Тем более, если рак находится у кошек, то это живут они недолго, только самые агрессивные формы. Я очень рада, что медицина шагает, в том числе и лечение животных. И помогли моей кошке. Все прошло просто замечательно. И будет нас радовать долгие-долгие годы. Так, переходим дальше. Это у нас идут развлечения. Осталось здесь 850 рублей. Там билеты я с прошлого распределения дополнительно никакие не покупала. Но мы сходили с ребенком на выставку почтовых миниатюр. Ходили смотреть кости динозавров. Это в краеведческий музей. Там 150 и 100, минус 250 рублей. Вот поэтому осталось здесь 850. Вот. Но я уже запланировала, я хочу сходить в театр кукол, там билеты по 450 рублей за штуку и плюс 300 рублей закладываю, если покататься там на лошадке, на машине.
машинке, то есть на какую-то интересную такую штуку. Так, было 850, добавляю 350, это идет наличка, будет 1200. И вот ходить один раз в две недели в театр вообще просто замечательно. Еще, как выяснилось, очень много таких мероприятий, где дошкольники проходят бесплатно, всякие выставки, музеи. И вот одно из достоинств введения вот такой системы, вот этого наличия этого конверта на развлечения, то, что я начала заниматься более детальным планированием, вот это все находить. Да, мероприятия они сами находят. Вот одно из таких, это мы ходили на лекцию о летучих мышах. Она была ориентирована на малышей и на их родителей. Первая часть была построена, чтобы было интересно всем. Мы носили настоящих летучих мышек, расправляли им крылышки, показывали, рассказывали, почему их нужно защищать, что делать, если залетела к вам летучая мышка. Показали мультик. Потом увели всех малышей на мастер-класс, там их учили рисовать летучих мышей, а взрослые остались и нам уже рассказывали таким более научным языком, показывали различные фильмы. Было очень интересно и познавательно. Даже рассказали, как правильно построить у себя на даче домик для летучих мышей. Потому что человек все больше и больше площадь захватывает, и крылатым негде жить. А нужно их оберегать. И самый страшный зверь для летучих мышей все-таки это человек. Двигаемся дальше. Транспорт, бензин. Трат не было. Муж у меня сейчас начал работать из дома. Многие сократились. Поэтому за прошедшие две недели мы ходили пешком. Поэтому потрат не было. 0 рублей. Так, быт. Конверт у меня немножко видоизменился. У меня тут были такие вставки, но я решила их поубирать и накапливать все в одном конверте. Быт. Тут бытовая химия, гигиена, инвентарь для уборки. И все в этом духе. Пока в такой форме, но у меня есть мысли уже перенести его в долгосрочные накопления. У меня тут есть вот еще один конверт. Сейчас я его недавно сделала. Это все для быта, это кухонный инвентарь, постельное белье. Возник вопрос, вот если нужно купить там сковородку или постельное какое-то белье, откуда брать деньги, из каких конвертов? И поэтому вот завела такой конверт. Пока оставляю так, если появится какая-то другая идея, более, как бы, более логичное размещение, ну тогда его перемещу, может переименую. Но пока вот так, долгосрочные накопления, вот он у меня конверт, все для быта. Это вот сковородки, кастрюли, постельное белье, полотенца, всякие дощечки. Щечки, ножи, это все здесь. А вот этот конверт, это идет средства для посуды, зубные щетки, какие-то губки, тряпки и все в этом духе. Это в ежемесячных расходах. Так, сюда, здесь я накапливаю, идут накопления. Трат не было, так как я закупаю большими партиями. И моющие средства большими объемами, и все для уборки большими партиями. Поэтому сюда просто добавляю 250 рублей. Так, 250, желтый у меня на карточке. И по мере того, как у меня все израсходуется, я уже сделаю большую закупку. Ну вот, получается то, что я сюда, в этот конверт, этим пользуюсь не каждый месяц. То есть, все-таки, это, наверное, больше к долгосрочным накоплениям. Но я еще подумаю, поразмышляю. А с другой стороны, иногда бывает, требуется и купить что-то раз в месяц. Поднаблюдаю за собой, как часто я пользуюсь этим конвертом, и уже тогда, наверное, пойму решение, где он останется, в накоплениях ежемесячных, или он у меня перейдет в накопления долгосрочные. Двигаемся дальше. Здесь я добавила еще накопление на игрушки, канцелярия творчества, игрушки. Туда 500 рублей. Было 0, все потратили. Купили малышу игрушку, он давно хотел. Это персонаж мультика «Роботы-поезда». Роботы-поезда, поезд-трансформер, Альф. В детском мире была распродажа. Мы не удержали, все, съездили, ему купили. Он давно его хотел и был ему безумно рад. И вот я решила то, что в этом конверте тоже на игрушки. И причем уже хочу внедрять какие-то такие элементы для обучающими для ребенка. Например, какая-то здесь сумма, я скажу, вот, например, здесь 500 рублей. На эти 500 рублей можем купить тебе такую-то машинку, либо такого-то робота, либо давай купим там красивый альбом с карандашами. И чтобы он уже понимал ценность денег, что вот есть такая банкнота таким номиналом, такая сумма денег, и что он может, на что их может потратить. И буду с ним советоваться. Вот такое у меня вышла такая идея. А с этого конверта все равно в большей степени я брала деньги, чтобы закупать все для творчества ребенком. Поэтому сюда добавила еще и игрушки. Так, это у меня были концтовары. Дальше идут книги. Здесь у меня покупка. Осталось всего 100 рублей. Я купила себе следующую книжку.
Вот мой план. Вот купила. Магия утра. Все для финансовой свободы. Я ее наконец-то получила. Еще не успела читать. Вот буквально вчера я ее забрала. Она совершенно новая. Вот белоснежная бумага. И, возможно, я вот мои первые или вторые руки, кто к ней прикасается, буду ее читать. Буду просвещаться и узнавать тайную магию утра. Как сделать свой день более продуктивным. Здесь у меня осталось 100 рублей. Я добавляю 400. Тоже идут наличные. Так, на балансе уже будет 500. 300. Вот. Тут красавицу одну. И 2 100-рублевых банкноты. Так, 200. 100, 100. И в итоге получается 400 рублей отправляются в конверт книги. Дальше идет забота о себе. Здесь у меня было 1100, продолжаю копить. Как оно бывает, мне кажется, не только у меня. Если какое-то средство уходовое подходит к концу, то обязательно и остальные за ним. Поэтому пускай здесь происходит накопление. И я еще завела себе конверт отдельно, чтобы копить деньги на маникюр. Цель поставлена, что хочу делать себе готочки. Но откуда брать финансы? Вот это у меня не было определено никак. Потому что забота о себе — это конверт, тут уходовые средства, различная косметика, там какие-то масочки. Цель этого конверта именно такая. А вот хочу ногти, а откуда брать деньги, я себе не обозначила. Поэтому завела себе отдельный конверт. Здесь буду осуществлять накопления именно целевые. Целевые именно на поведение своих накоточков в порядок. И пока сюда 800 рублей. 800 рублей. Почему именно 800 рублей? Потому что я, мне кажется, уже нашла мастера. Ну, посмотрим. Новый мастер только начинает работать. И знакомство с мастером. Там ценник обычно у нас по городу стоит 1500, 1200, где-то так. А знакомство с мастером идет со скидкой. Ну, посмотрим. Если мне понравится, если мы друг другу понравимся, если, может быть, сработаемся, и тогда буду постоянно, может, к ней ходить. Посмотрим. Как говорится, главное — найти своего мастера. Так, это у меня 800 рублей идут на ногти, на маникюр. Отправляем сюда. И 100 рублей, 100 рублей, забота о себе. Угу. 100 рублей в этот конверт. Ну, как раз солнцезащитный крем уже надо покупать. Это тоже у меня из категории защиты о себе, потому что солнышко становится все более злым. Поэтому нужно будет покупать защиту. На хобби у меня 0. Я уже все потратила. У мужа осталось 100 рублей. И так, себе я хочу 200, чтобы сравняться с мужем. А мужу 100 рублей. И у нас у каждого будет по 200 рублей. Так, себе я хочу вот эту красавицу. Где она? Вот она. Вот она моя. Банкнота 200 рублей, а мужа 100 рублей. Так, хобби, отправляю ее сюда. Как только я указала точные цели, так сразу все и получилось их достигнуть. То, что вот прописала для мужа ракетку для тенниса, вот она была куплена в мае месяце, в том месяце себе. Прописала набор со стоимостью, и тоже он у меня уже куплен и есть. Буду красиво оформлять конверты, ставить на них красивые печати с использованием сургуча. Переходим дальше. Это идет спорт. Сходили мы на тренировку в бассейн. Получилось то, что за май месяц всего 2 раза сходили. Тут у меня осталось по 800 рублей у каждого в кармашке. Я добавляю по 350. По 350. И у каждого на балансе будет по 1150 рублей. Также здесь я уже указала цели, сколько денег нужно на что накопить. Вот хотим шведскую стенку себе домой поставить, очки для плавания, вот на йогу тоже хотелось бы походить. Но с йогой такой интересный момент. У нас сейчас начался такой проект в городе, называется «Йога в парках». То есть можно выходить, знакомство с инструктором происходит, и не фиксированная цена, а за... как они, донаты за пожертвования, кто сколько может, кто сколько хочет, но при этом можно познакомиться с разными направлениями йоги, познакомиться с мастером, посмотреть, подходит тебе это или нет. И вот в парке рядом с домом мне как раз подходит. И что самое интересное, когда я вот нашла описание этого проекта, там по времени как раз я отвожу ребенка в садик,
И буквально там через 15 минут начинается занятие. То есть мне очень удобно. Я могу отвезти малыша в садик и сходить посмотреть. Так что цель поставлена и уже все располагает к ее выполнению. Следующее это идет личное. Личное. Продолжаем накопление по 100 рублей себе и мужу. У меня будет уже 350, а у мужа будет 300 рублей. Это идут на личные, где мой конвертик для личных целей. Каждым по 100 рублей. Как побольше накопится, тогда уже на что-нибудь их и израсходуем. Вот. Ну, накопление пока по 100 рублей, потому что там есть такие цели, на которые нужно уже побольше денежек отправлять. Личное. Выручайка. Выручайка очень хорошо себя проявила. Отсюда я брала деньги и на питание, и добавляла, вот, чтобы сделать обследование своей кошки. И из выручайки еще 500 рублей я добавила на покупку печати из сургуча как раз для своего хобби. У меня там было всего 500 рублей, а мне не хватало еще 500, потому что она стоила 1000 рублей. Решила сделать себе вот такой подарок. То, что выручайка, она помогла и позволила мне реализовать вот эту свою цель и купить себе приспособление для хобби. Переходим к ежегодным. Так, вот они. Первый идет, это у меня страховка автомобиля и налоги. Тут такая ситуация, то что страховка до ноября, а налоги до октября. Мне нужно осуществить накопление. И я посчитала, если я буду откладывать каждый месяц по 750 рублей, то как раз нужная сумма и накопится. Вот для этих конвертов я вот приняла такое решение, то что каждый месяц 800 рублей. Вот, на данном распределении 750, то есть от 700 до 800 рублей я буду отправлять в эти конверты. Для того, чтобы к октябрю месяцу у меня уже накопилась новая нужная сумма. Поэтому в каждый конверт по 750 рублей. Итого на балансе у конвертов страховка автомобиля и у конверта налоги будет по 1350 рублей. Это у меня наличные. И как раз уже к дате уплаты тут будут нужные суммы. Так, смотрим наличные по 750 рублей. Сейчас я их размещу в эти конверты. Так, 1, 2. Нужно мне... Сюда 200 рублей и сюда 200 рублей. И вот они как раз, полтинники, мне пригождаются. И в каждый этот конверт я отправлю эти денежки. И так вот. Нужно уже поделяться для каждого конверта, сколько нужно минимум отправлять денег для того, чтобы достичь той цели, которая стоит перед конвертами. Вот, поэтому я взяла листок бумаги, калькулятор, ручку, карандашик и стала считать и рассчитывать тот темп накопления, который позволит достичь целей поставленных. С этими конвертами у меня вот так. Дальше идем. Это конверт отпуск. В отпуск я добавляю всего 1000 рублей. Конверт подарки я не буду ничего отправлять. У меня будет 2 именинника в июне. Тут нужно... Ну, еще 1000 нужно будет добавить. Ну, скорее всего, на следующем распределении. А может быть, и в 5000 получится уложиться. Посмотрим. Так, отпуск. На отпуск отправляю 1000 на банкноту. А так, конечно, цели стоят большие. Накопление нужно уже производить в более быстром темпе. А чтобы были накопления, нужно думать и о увеличении своего финансового достатка. Вот он конверт, здесь я зеленый выделять не буду, потому что тут 3000, а у меня только 5. Так, на долгосрочные накопления, переходим уже к ним. Вот он мой конвертик инвестирования, здесь 0, все, завела я деньги на свой брокерский счет, а уже начала формировать свой портфель, конечно, он у меня пока маленький, худенький, сделала такую ставку, вот он мой конвертик инвестирования, и сделала вот так по месяцам, и здесь буду записывать суммы, которые мне удалось внести, пополнить в каждом месяце, вот в июне, сегодня уже 7 июня, и вот на 7 июня уже 3500 у меня было внесено, то есть вот здесь я буду указывать те суммы, которые мне удалось выделить из общего семейного бюджета и направить на формирование цели ценных бумаг, то есть на инвестирование. На начало июня отправлена эта сумма. И сюда я продолжаю накапливать. Конечно, нужно стремиться сюда побольше, но как будет получаться? На данном распределении я сюда отправлю 1500, и на балансе будет 1500. И вот раз в месяц я буду из этого конверта
забирать деньги и уже переводить их на свой счет и заниматься приобретением каких-то ценных бумаг. Вот. Вот такой мой план. Первые шаги уже сделаны, начало положено, двигаемся дальше. Переходим к подушке безопасности. Подушка безопасности рублевая. Сюда я отправляю 500 рублей. На балансе 1500. Долларовая по нулям. Не буду пока. Пока не меняем рубли. Да и свободных денег для этого нету. Так, запуталась. А, вот, все, нашла 500. 500 рублей отправляется в конверт резервный фонд. Вот она. Так. Перелистываем дальше. Конверт для моего малыша, сын. Сюда добавлю я 100 рублей. На балансе будет 1200. И сразу закину следующий конверт. Это на обучение. Для себя 150. Для мужа 50. Хочу выровнять сумму в конвертах на обучение. Потому что обучение у нас будет только осенью. Уже после отпуска уже займемся более плотно этим вопросом. А пока сюда небольшие суммы, чтобы накопление продолжалось. Так, да, сыночку 100 рублей. 100 рублей в этот конвертик. Так, тесты верны, чтобы получше смотрелось. Так, 150. 150 это для меня. Ну, как раз полтинники пригодились. Теперь у меня полтинников целое множество. И для мужа 50 рублей. А тут тоже он размен есть. Ну все, я запомню, что в конвертике на обучение у меня есть размен. Вон их сколько. Отлично, это было обучение. А, одежда все потратили. К лету уже почти готовы. То сюда добавлю 100 рублей. Здоровье аптека. Потрачено было 300 рублей. Это у меня муж делал себе справку для участия в забеге. Он у меня бежит от организации 5 километров. Всероссийский забег. И нужно было там оформить бумаги. Поэтому взяла вот из этого конверта. Ну, как раз здоровье, аптека. Все, что связано с медициной, медосмотр сюда относится. Поэтому из этого конверта. Вносить не буду. Здесь останется также 1700. Так, 100 рублей. Нужна одежда, обувь. Вот она, банкнота 100 рублей. Вот пустой конверт, чтобы он не пустовал. Сюда хотя бы 100 рублей, но я добавлю именно на эти цели. Так, готово. Угу. Вот он мой конверт, все для быта. Он мне здесь идет до аптеки, но не страшно. Так, здесь я решила то, что там на карте будет лежать желтая. И сюда пока закину 100 рублей. 100 рублей. И здесь получается у меня на балансе будет 100 рублей. Так, по-моему, я общую 1000. Куда тут? 100 рублей у меня отправляется сюда. Так, по-моему, я неправильно посчитала. Да, я, наверное, в садик посчитала, что все-таки 4000 туда. Угу. Да, даже если сложить, мне все равно же эта 1000 остается, и она у меня лежит на карте. Тогда я ее... Да, я знаю, что я с ней сделаю, я ее... Потом добавлю вот сюда на автомобиль. Но сейчас уже дойдем. Я думала, что не буду добавлять, потому что я не учла, что у меня садик меньше. И вот как раз вот эта 1000, которая здесь у меня планировалась, я ее внесу вот сюда. Отлично, накопление. А то я подумала сначала, что мне не хватит. Муж будет рад. Переходим дальше. Это у меня техника по 100 рублей. 100 рублей техника обычная для дома. Будет на балансе 1000. И 100 рублей это оборудование для съемок, тоже 1000 рублей. Еще немножко накоплю и смогу себе купить уже одну панель шумозащиты. Она, то, что мне понравилось по характеристикам, по размерам, она стоит 1300 или 1500, но может сейчас скидка будет. И уже смогу ее купить и установить. И звук, по идее, должен быть лучше, посторонних шумов должно быть меньше. Так, две 100-рублевых банкноты. Отправляется первая в конверт техника. Это накопление для приобретения техники для домашнего использования. Так, готово. И вторая это отправляется вот в этот веселый желтый конверт. Техника, покупка оборудования для съемок. Так. И остается у меня... Это вот автомобиль, вот то, что я говорила, вот эта 1000, она как раз у меня вот сюда и уйдет. То есть здесь я добавляю 1000, и будет у меня 11. Здесь нужно, это мало-мало,
Потому что техобслуживание меня муж сделал, а ремонтировать все равно надо. Никуда ты от этого не денешься, от ремонта автомобиля. А то ездить будет небезопасно. Но уже 11, неплохо. Уже какая-то часть сделана. Так, а ремонт? Купила я лампочку, даже две лампочки. Обошлись они мне в 250 рублей. И осталось на балансе 350. С этой лампочкой целое приключение. То забыла. Наверное, еще целую неделю я за ней ходила, бегала. Решила, что лучше сразу две штуки взять. Пускай лежит запасная, если перегорит, чтобы в темноте не сидеть. И чтобы можно было ее сразу поменять. Так, и вот последние 100 рублей. Это я отправляю в конвертик Добро. Добро на балансе будет 300 рублей. 300 рублей, в принципе, уже такая неплохая сумма. И я ее уже куда-нибудь направлю, на какое-нибудь доброе дело. Вот как раз нам идти сдавать вторсырье на переработку. Подготовлено уже у меня целый большой пакет. И заодно, наверное, им опять отдам на транспортировочные расходы. Внесу свой маленький вклад в сохранение экологии нашего региона. Все, сейчас переходим к финансовым играм и копилкам. Начнем с игры копилки. Сначала выбираем конвертик. Так, какой мне выбрать? Пускай будет вот этот синий. Первым броском кубика я узнаю, каким номиналом купюра отправится в этот конверт. Итак, первый бросок кубика – шестерка. 600 рублей. Отлично. Люблю больше. Чем больше сумма, тем интересней. Вот. Так, 500 – 600. А эти деньги я оставлю для того, чтобы распределить их в копилке. Так, готово. Вот она, банкнота 500 рублей и банкнота 100 рублей. Отправляются в этот замечательный синий конверт. Закрываем. Так, какую же наклейку мне сегодня выбрать? Наверное, я выберу летучую мышку, потому что мы ходили недавно на прекрасную лекцию про летучих мышей, и они у меня все еще в памяти. И вот эта отличная мышка, летучая мышь, позволит запечатать этот конверт. Так, где мой пинцетик? Сейчас я аккуратно наклею эту симпатичную летучую мышь на этот синий конверт. Так. Готово. Смотрите, как получилось. Ну, просто само очарование. И вторым броском кубика я узнаю цель этих накоплений. Тройка. На технику. Угу, отлично. Ну, отлично. Так, сейчас я найду нужную наклейку. Вот она. Техника. И вот наклею сюда по центру. Назначение накоплений в данном конверте — это помощь конверту. Техника. На накопление денежных средств на приобретение техники. Угу. Готово. Пускай этот замечательный конверт отправляется к таким же милым конвертикам в мою небольшую коробочку. Вот они. Вот их сколько уже. Летучая мышка, кошечка, ключик. Становится все больше и больше. Так, двигайтесь, потеснитесь. Два синих конверта. Летучая мышка и клёвочек. Смотрится просто замечательно. Осталось только распределить оставшиеся денежные банкноты по копилкам. Итак, давайте посмотрим, сколько здесь осталось денежных банкнот. 1, 2, 3, 4. Так, 200 рублей в одну копилку, 200 рублей в другую копилку. Начнем с этой копилки. Вот так я зачеркну цифру 100 и цифру 100. Получится 200. 200 рублей отправляется в первую копилку. Готово. Так, здесь у меня тоже 200 рублей, но здесь я зачеркну просто цифру 200. И 200 рублей отправляются в эту копилку. Накопления осуществляются, копилки становятся более заполненными. Отлично. Желаю вам всего доброго, увеличения вашим доходом, заполнению копилок, чтобы конверты ваших органайзеров становились все толще и пухлее, хорошего настроения, побольше положительных эмоций. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.